ферма. Что ж, всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить метро 2033. И у нас глава номер 4 под названием «Война». Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Ну, в общем-то, как вы помните, мы тут на дрезине в багажном отделении проехались. Не говори мне только... Да, смотри-ка. Трое, да? Четверо даже. Супер. Прицел вот этот. Почему это нужно каждый раз прослушивать? Мне интересно, не могли бы здесь где-нибудь вот сейв дать? Опять же. Постойте. Послушайте, прошу. Я просто пытался обойти их со стороны.
Видите, там пролом в рельсе. Если мы пойдем по тем трубам, то, может быть, сможем соты пробраться. Дерьма! Родина не прощает предателей! Товарищи, не слышали, что тут вчера произошло? Я тут был. Мне чуть башку не оторвало. Кошмары до конца жизни будут сниться. То есть, недолго. Я в госпитале полевом провалялся. А что было-то? Фашистские ублюдки натравили на нас террористов-смертников. Неужели кто-то за них готов подорваться? Да нет, конечно. У бедняк были руки связаны за спиной. Они просто бежали на наш блокпост, а фашистские автоматчики стреляли им в спину. На блокпосту подумали, что кто-то из наших сбежал из плена. И что случилось? Да они пытались что-то кричать, но фашистские ублюдки отрезали им языки. Господи, то есть Маркс. Когда наши выбежали из укрытия, ну, чтобы встретить их, увидели, что те все обвешаны динамитом. Кто-то успел крикнуть: «Ложись!» Я упал. Из нашего отряда 7 клочья разорвало. Ну и 4 смертников фашистских. Заключенные это были. 7? Я слышал, вроде 6. Вано прошлой ночью откинул копыта. У него все кишки были наружу. Но он боролся до последнего. Не хотел помирать. Как человек такое сделать может? И все, что ли? Я думал, дадут это действие плюс к карме. Ну да и ладно. Так, сейчас вот этого надо подождать. Я, конечно, не знаю. Я вот где-то читал, что в этом, в метро Last Light, который... То есть, который этот... Вторая часть, как метро 2033, там, по сути, вот количество вот этих вспышек должно у вас быть больше, чем количество убитых людей. Выдают. Я иду такой спокойно все. Нормально, а там растяжки, видите ли. Ну да. Все-таки идея с противогазом была правильной. Ага. Каждому новобранцу чистая униформа и миска каши. Солдаты и командиры Красной Армии, пишите. Чего вам последний еще тоже не подорваться? Да, нормально. Так, что у нас здесь есть еще? Ничего. Опять погасим. Понятно.
Идиот. Полный идиот. Как можно было так меня не заметить? Не, ну боты тут, кстати, такие нормальные. То есть мне нравится, что они так не сильно особо тупят. А вот сейчас ты меня почему-то не заметил, да? Ну хорошо. Так, сейчас мы потушим. Так, хорошо. Так, надо бы тут спрятаться. Сейчас этого товарища подождем. Так, ты ко мне затылком. Ну, это правильно. У вас что-нибудь есть вообще, товарищи? Да вот что-то не видно. О, не, смотрю-ка, есть. Патрончики. Невидимка. Достижение получили. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро.
Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну да. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Ну давай. Так, двинули к броневику. Блин, ты, конечно, их... Ох, ничего себе у тебя. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Так, да. Ты там поосторожнее. В таких тайничках он часто порой вкусное. Бывает что-нибудь. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Вау, прикольно. Так, то есть на клавиши вертеть. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Мы будем надеяться. Так, это у меня фонарик. Да, это у меня фонарик горит. А чё это я сигналю? Мне интересно. Как-то странно, тот же, который внизу должен быть. За сигнал отвечать. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Так, хорошо. Ох, вообще.
Ай-яй-яй, перегрелся. О! Господи! Да это же танк! Ой-ой-ой! Ох! Ой-ой-ой. Так, нормально, все, я живой. Слева! Враг сзади! Проскочили. Хорошо. А. Ну что, все что ли? Такая вот у нас маленькая гоночка была. Полу. Ну что, теперь? А. Теперь пешком. Ну ладно. Здесь, наверное, надеюсь, что-нибудь будет хоть. Быстрее, Артём, быстрее! О! Противогаз новый. Хорошо. Патрончики. Кстати, для калаша, по-моему. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня без сомнений. Ладно, значит будем... Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Проехали. Нормально все. Держись!
нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что это? Мутантское отродье. Они взорвали его. Ты там предупреждай так-то. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. А видите, там что-то промелькнуло, да, такое? Там тоже что-то было такое. Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище Не, дробовичок прям то, что надо. Если бы вот он еще перезаряжался бы побыстрее немного, то вообще цены бы не было. Все закончили, что ли? Так, так. Воу. Все нормально. В общем. Так, надо сейчас этот вагончик нам посмотреть. Потому что там, по-моему, что-то может быть такое. Растяжка. Еще одна растяжка. Так, нет, ну сюда же можно как-то войти, по-моему. Так, стоп, это что такое вообще? О-о-о! Вот эта штука классная. Вот эта штука классная, с этим я не спорю. Так, а все что ли? Похоже на то. А этих бомб у меня, что ли, на максимум, да, вообще? Ну, хорошо, ладно. Значит, в эту трубу. Теперь дальше уже никуда не остается. Вот сюда вот. Как он вообще сюда влез, вот этого я не понимаю, честно. Так, стоп, а в той стороне что было? Просто интересно так... смотреть. Да. И все. А что у меня там с деньгами вообще?
Непонятно, что у меня там с ним.